Итак, всем привет, с вами Захром. И сегодня в видео я хочу вам кое-что показать. Долго видео не было, я знаю. Простите. В общем, сегодня Вильнюс. Живу я в городе Вильнюс. Приезжает Макс Корж. Его не было 2 года. Сегодня 20 апреля. И сегодня состоится концерт. Вот. Он состоится в Вильнюсе, в Сименс-арена. Будет очень много людей. И также я буду снимать. Это видео выйдет плюс-минус через 5-6 дней. Но оно выйдет. Вот. Что я хочу сказать. Будет пару песенок. Кто хочет послушать больше с концерта и так далее, и напишите в комментариях. Я выложу отдельное видео, отдельные песенки. Потому что выкладывать YouTube 3 часа как-то не очень камильфо. В общем, ребят, смотрим видео. В общем, на концерте я буду не один. Я буду со своей девушкой. Зовут ее Габи. В общем, ребята, сейчас я иду на остановочку, я уже пришел. И с этой остановки поеду на автобусе на Коржа. Вот. Идем к Волзас. Так, ребята, знаете, кого я, в принципе, встретил? Сейчас догоню. Оп. Я встретил. Здрасте. В общем, это мои подписчики. Здрасте. А это моя девушка. Знакомьтесь. Так что вот, сейчас я зашел в Максиму, что-нибудь сладенького посмотреть, да? Да. А ты? Я просто за компанию. За компанию? Ну, да. Окей. Итак, ребята, вот Сименс-арена. Смотрите, фокус. Вот. Вот у нас Сименс-арена. Это здание. Что мы будем там делать? Петь. Ну, у меня так голоса нет. Есть у тебя все. Нет. Да. Нет. Он бьет. Ты к концерту готова? Да. Да? Да. Она начнется через 1:20. Ну, через час. Я хочу. Да? У него, кстати, да, кстати говоря, у нее первый концерт в жизни. Да, я не знаю, но ничего. Там уже в очереди стоят. Вот. А мы сейчас идем. А, Вер, иди, дай мне. Вот столько людей.
Я сюда надо стрелять. Очень хорошее начало, я вам скажу. Я целый день ждал этого момента, когда начнется концерт. Целый день занимался какой-то херней, непонятно чем вообще. И вот, наконец-то, действительно стоящие моменты жизни. Знаете, приехал в Вильнюс по зоопарке, чуть не пошел по торговым центрам, как это белорусы обычно делают, приезжая. Я здесь белорус вообще. Не все, походу, кто-то в H&M остался еще. Так. Так,
Таллин, ребята. Рига есть? Рига. Офигенный был концерт в Риге. Хотели к вам идти в этом сезоне, но не осмелились. Так что, ребята, поскольку я сегодня практически ничем не занимался, подсказать, как жить и как проводить время, я сегодня вам не скажу. Вы сами знаете. Даже если вы допускаете ошибки, молодость все прощает. Единственную ошибку, которую здесь нужно не допустить, это не стоять на месте под эту песню, друзья. И, конечно же, не пропустить это прекрасное лето. Ведь весна пришла, окно, сею мысли леша, окно, и где-то там вы, окно, мне бы на нее весна поглядеть хоть сколько. Только пришла весна на раю, все побыватели жигом в окурке, которые гуляют народ, нет метро, но приключений в окон. Лица укроются от цементой, некому за ними ладить контроль. Но знаешь, будет обрыв кайфов, я с окурком, ведь юно все прощает. Все прощает, ничего не обещает, куда все прощает. Сейчас думает, чтобы эта песня никогда вообще не заканчивалась. Ну что, как вам там? Почести этому городу, ребята. Ну ладно, раз уже начали, давайте. Ом, исчезли, друзья. Где когда нас где прошли? Все кулаки в остров! Все кулаки! Я тебя найду!
жизни еще больше подрывают чем-то.
Как тебе первый концерт? Мне очень понравилось. Да? Да. Я под впечатлениями. Конечно, меня давили все ноги и задавили меня конкретно, но мне понравилось в целом. В общем, концертик закончился. Итак, с вами Совпро был. Спасибо за просмотр. Да? Да, это, как там говорят, ставьте лайки. Поцеловать ее хочу, она не хочет. Так что?